Всем привет, легендарные внучата, с вами Бабка Шоу, и в этом видео я расскажу тебе, как заработать робуксы в Роблоксе. Вопрос достаточно частый, ведь многие хотят получить робуксы, а сделать это бесплатно практически невозможно. Но специально для вас сегодня я покажу те способы, которые я сам проверял и зарабатывал на них робуксы. Но перед тем, как ты посмотришь этот видеоролик, обязательно подпишись на канал и поставь свой лайк. Погнали, легендарные внучата. Обновление на Playrock, темная тема, а также хэллоуинские скидки. Большая распродажа товаров со скидками до 90%. Playrock.com – это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и предложений, и широкий ассортимент игровых товаров. 400 робуксов по осенней скидке в 46% всего за 539 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупка совершается в пару кликов. Выбирай нужный товар, оплачивай удобным тебе способом, 10 минут и все, 400 робуксов у меня на аккаунте. Также помимо доната можно купить аккаунты либо предметы. Самое главное, что с Playrock ваши покупки всегда в безопасности. А также Playrock запустил розыгрыш на 50 тысяч рублей. Акция ограничена. Регистрируйся по ссылке в описании и принимай участие. Первый, самый банальный и простой способ – это продавать то, что вы умеете делать. Это самый лучший способ, как по мне, потому что с помощью него вы можете монетизировать свой труд не только в Роблоксе. Что же это означает? Это означает, что вам понадобится научиться делать что-то хорошо. Например, хорошо рисовать аватарки, или хорошо монтировать видеоролики и просто продавать это либо за валюту, либо за робуксы. Этот способ очень хорош тем, что вы можете зарабатывать не только робуксы, а, например, продавать за рубли или за какую-либо другую валюту то, что вы умеете делать. Считаю этот способ самым интересным благодаря тому, что ваши умения никогда от вас не пропадут. Например, если вы научитесь рисовать, то это на всю жизнь будет с вами. Вы сможете подрабатывать или как-то использовать этот скилл в будущем. Ну и, в общем, это, наверное, самый интересный способ, с помощью которого вы можете зарабатывать робуксы. И о нем я говорю чаще всего. Научиться рисовать аватарки не очень сложно, поверьте мне, есть для этого куча программ. Например, программа Paint Tools AI. Там вы можете рисовать лайн, причем очень красиво, с помощью вашей мышки. Как по мне, этот способ один из самых интересных. Ведь можно продавать крутые арты за большое количество робуксов. К примеру, за 1000 классный красивый арт. Способ достаточно интересный, но давайте переходить к следующему способу, который можно использовать. Следующий способ — это специальные игры, в которых можно зарабатывать робуксы, а точнее получать их с помощью доната. Чаще всего в таких играх вы создаете геймпасс, и другой игрок у вас покупает этот геймпасс, просто потому что хочет подарить вам робуксы. Его, конечно же, лучше мотивировать, как-то ему показывать, что именно вам нужно задонатить, и тем самым зарабатывать большое количество робуксов. Это вполне возможно, и это не шутки. По мне, способ является самым ленивым, потому что вам даже не обязательно играть в игру в тот момент, когда вы хотите, чтобы вам задонатили. Просто оставляете АВК вашего персонажа, включаете кликер, чтобы через 20 минут не вылетело, и ждете, пока вам кто-нибудь задонатит. Существует очень много специальных техник манипуляций людьми, которые позволят вам получить больше робуксов в донатах. Это делается достаточно просто. Переодеваетесь в определенные костюмы, к примеру, костюм пиццы, создаете пиццерию. Все это вполне реально. Общайтесь, если вы будете играть активно в игру плюс донат, к примеру, вам будет донатить много робуксов, просто потому что вы активный человек и с вами будет приятно проводить время, знаю по себе. У меня на канале также есть видеоролик, в котором я объяснил свою тактику, с помощью которой я зарабатывал робуксы в плюс донате, именно в том видеоролике. Обязательно заходите и посмотрите, потому что ролик реально классный. Третий способ — создания своего мерча в Роблоксе. Способ интересен сам по себе, потому что вы входите в такой мир моды. Но стоит сразу оговориться, что вам понадобятся робуксы, чтобы загружать свои вещи на площадку. А именно 10 робуксов за каждую вещь. Соответственно, если вы хотите загрузить свою футболку и ее продавать, к примеру, за 5 робуксов, вам понадобится изначально потратить 10, для того, чтобы эту футболку загрузить в сеть. У меня есть подробный видеоролик обучения на своем канале, вот он, только вчера, короче, вышел. Обязательно заходите и смотрите, там полное обучение, как нарисовать и выложить свою футболку в Роблоксе. Четвертый способ – это создание своей игры в Роблоксе. Да, этот способ является самым сложным из нашего сегодняшнего топа, потому что ради него вам понадобится создавать игру. И причем желательно создавать хорошую игру, ведь в плохую игру играть никто, понятное дело, не будет.
хотя бы какое-нибудь вирусное интересное обе. Создаете игру из тулбокса, какую-нибудь очень похожую на другую популярную игру, какой-нибудь паркур или раннер, что-нибудь подобное. И далее все, что вам понадобится сделать, это подключить туда геймпассы или приватные сервера. На приватный сервер ставим цену где-то 20 робуксов, ну а непосредственно на геймпассы ставите цену уже, которую вы захотите, на определенные вещи. И с этого получаете денежки. Способ является один из самых лучших, потому что если вашу игру начнут играть куча людей, то за онлайн Roblox тоже начинает платить робуксы. А именно, если люди с премиумом заходят в вашу игру, то вы будете получать процент. Короче, просто попробуйте. Если у вас есть компьютер, то Roblox Studio у вас должна быть скачана, и вы сможете заработать кучу робуксов. Ну и, друзья, огромное спасибо за то, что вы посмотрели этот видеоролик. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вам это видео было интересно. С вами был я, Бабка Шоу. Спасибо за просмотр. Goodbye, легендарные внучата.